Привет, ребята! С вами снова я, Илья. И сегодня мы будем собирать урожай арбуза. Мы весной арбуз посадили, но сегодня уже осень, и арбуз пора уже собирать. Вот, арбуз, он маленький у нас, но сегодня мы будем проверять, поспел ли он или нет. Будем арбуз срывать. Вот, сорвали. Сейчас мы будем разрезать арбуз и проверим, поспел ли он, не поспел или пропал. Поспел. Сейчас будем проверять, какой он на вкус. Опа. На вкус он свежий. Ну, он такой полусладкий. Даже семечки спелые. Сколько метров выросла ботва? И ботва выросла 2 метра в высоту. Эксперимент с арбузом на окне можно считать успешно завершенным. Поэтому у нас такой праздник урожая.